засох посреди пустоты. Старый турбодизель стоит в пыли, ближайшая заправка на краю земли. Вдруг на горизонте красный суперкар. Я перекрестился, я сказал Аллах Акбар. Она сидела за рулем, копна волос, серьги, каблуки и змеиный крепкий хвост. Она открыла окно, и я услышал слова «Would you fucking get in?» И я спросил ее «Муа?» Дикая штучка, дикая штучка, дикая штучка, это дикая штучка. Она вела свой Мазерати лишь при помощи глаз. В одной руке бутылка водки, в другой галуаз. Она дала по объездной немного назад, и через 20 минут мы попали в Ашхабад. Лихо тормознув у кредит Леонес, она дала мне парабеллу, на себе взяла пресс. Она с порога засадила дуплет в потолок и попросила всех лечь головой на восток. А я орал, что мне еще дорога голова. Она сказала «Shut up!» И я спросил ее «Муа?» Дикая штучка, дикая штучка, дикая штучка, это дикая штучка. Мы покидали деньги в какой-то баул и рвали когти по дороге в Барнаул. Она сказала, давай заедем в мотель, и там получишь ты все, чего так хотел. А я сказал, что я уже не хочу ни черта. Мне было просто жутко от ее хвоста. Она связала меня и отвезла на пустынь, и там достала большой сатанинский псалтырь. Лишился чувств и упал в кусты, где меня и подобрали местные менты. Они сказали, никакая это не сатана, это просто Клавдия Петровна, нашего мэра жена. У нас тут первой леди быть не весело, чай. Вот развлекается супруга, ты уж не серчай. Папик, понимаешь, от нее без ума. Не говори никому. И я спросила, кто? Муа? Дикая штучка, дикая штучка, это дикая штучка, дикая штучка, дикая штучка, дикая штучка, дикая штучка, это дикая штучка, дикая штучка. Я просто лишился чувств, для сознания упал, меня подобрали менты. Не говори никому.